Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопижано Самаюктам Бинда Варамануха Банша Калпатурваша Кипасинду Бевача Патитананг Павуне Бхавайшнавибхьо Намо Намаха Мукан Кароти Бачаланг Пангунланг Хайтигрим Ятки Патаманг Банди Парамананда Мадвам Бриндавай Тусиде Буйпиявай Кесава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна намаскритто нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане Кришна катхопадеш Гаурия патрасья пракасанича Садануракта гуру бхакти юкто Бхакти прамадакша жагодарама Дхайям сада парибхавагнам авиштудохам Тетас падам сива виранчанутам сараньям Ветатьям панодопал бхавадипутам Банде махапурусате чаруна равиндам Ят пада паллаванакачанда маничатая Висфуриджита кима пигабавадушвадарш Пурнануагра сусагра сарамурти сарадхикама и кадакитам карас. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Каура Бхактавинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасадихи Каура Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Аджану ламбита хужав канака бодату, Санкиртанай капитару камала йотакшу. Вишам баро дижа баро жугадхарма пало банде жагат прия каро каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дибба Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синиттам Бхавану Рупенна Садана Рана Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури нирантара бивушихи тавам бхагам Нараяно прием ананга мада пахарам Баранаси пурапати бхажави шанатам Паги шаджушо бадане Лакшмир жасача бхакшаси Жасьясте хидай самбихи Вам нишинга махам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Жива Майше Китасаухидарта Джани Шудехан Таравартикешу Ехе Суджаят Маджарати Матсу
Наприти юкта жабадата салоки жева майше кита саухидартха жане шудиан таравати кешу гехе сужаятма жарати матсу Наприти юкта жабадата салоки Гаудия Гоштхипати Гаудия Гоштхипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что логические интерпретации неприменимы в абсолютной истине, в вопросах абсолютной истины. Логика неприменима в постижении истины, абсолютной истины. Если мы пытаемся понять абсолютную истину при помощи логики, она испаряется. При помощи логики мы не сможем совершать баджан. What is actual bhajan and what is sadhan kriya? Прабхупад объясняет, что такое садхана баджан, а что такое садхана крия. What is the difference between these two? Prabhupada asking, most of the people they are in confusion. They have no idea. Большинство людей неправильно понимают, что такое садхана бхакти, что такое према бхакти, что такое бхава бхакти. Они даже не понимают, что такое баджана крия и садхана баджан. Садья. Садхана бхакти. Srila Prabhupada speaking that sadhana kriya has no effect on your atma. Садхана крия не изменяет нашу атму. Я много раз говорил о том, что атма покрыта. Атма и параматма находятся в нас, но атма покрыта грубым и тонким телом. Когда мы совершаем баджана крию, мы тем самым не задеваем атму, не касается этот баджан. Баджана крия не касается атмы, потому что это происходит на уровне ума. Баджана крия происходит, осуществляется на уровне ума. Другими словами, это чид-абхас. То есть ум, Бхактивинода Тхакур объясняет, что ум можно сравнить с чид-абхас. Чит-абхас, ум на уровне чит-абхас не может способствовать нам, способствовать совершению баджана, не помогает нам в баджане. То есть баджана-крия может помочь нам избавиться от анартх. Допустим, вы приняли прибежище. Начался процесс Адаушрадха, Садусанга. Вы взрастили первоначальную веру благодаря слушанию Харикатхи от Саду. То есть после того, как у вас появилась минимальная шрадха, вы вступаете в садусангу, затем происходит баджана крия. До шрадхи, до возникновения первоначальной шрадхи, необходима первоначальная садусанга. Благодаря этой садху-санге вы принимаете гуру, получаете наставление от него.
Затем вы начинаете работать над анартхами, то есть начинается процесс избавления от анартх, анартха-невритти. Затем мы подходим к ништхе. Вы принимаете прибежище у гуру, принимаете гуру, затем изучаете, как совершать баджан, изучаете сиддханту. То есть все это входит в понятие садусанга. Приняв гуру, мы начинаем прикладывать усилия в баджане. Если мы не на 100% предались гуру, наше частичное предание не способствует совершению баджана, оно не помогает совершать баджан. Только абсолютное предание помогает. А баджанакрия помогает нам избавиться от анартх. Вы можете повторить харинам, но он может быть на уровне намабхас, он может не быть чистым. Намабхас может даровать мукти, освобождение от таков материального мира, но не больше этого. Так вот, когда вы совершаете баджанакрию, это уровень ума, то есть не выходит за уровень ума. Но после того, как вы избавитесь от всех анартх, у вас появится возможность совершать настоящий баджан. Это говорит о том, что вы обретете милость Сваруп Шакти, которая поможет вам продвигаться дальше. Поскольку если Сваруп Шакти проявляется в сердце преданного, благодаря ее присутствию, активируются все органы чувств. Активируются в позитивном смысле слова. Они начинают способствовать баджану. Пока вы... В настоящий момент вы... Ваши органы чувств сейчас также активны. Тем не менее, они работают в негативном смысле этого слова. А когда Сваруп Шакти вселится в ваше сердце, они будут также работать, но работать в... Они будут способствовать баджану. Язык будет стремиться повторять харинам, глаза созерцать божество, уши слушать харикатху. То есть Сваруп Шакти будет помогать нам. И гуру Вайшнавы, благодаря нашему поведению, они поймут по нам, что мы обрели бхакти, что бхакти уже поселилась в нашем сердце. Хотя бхакти невозможно увидеть, потому что бхакти — это шакти, это энергия. Но по преданному видно, когда у него просыпается бхакти. То есть преданный, настоящий преданный, может определить, что вот этого преданного зародилась бхакти. Что он стремится, по-иному стремится слушать харикатху и так далее. Все это есть садхана-баджан, процесс садхана-баджана. Мы начали сегодня со шлоки, которую произносит Ришабхадев. Тот, кто установил любовные взаимоотношения со мной и хочет оборвать все материальные оковы. Даже несмотря на то, что он
может жить семейной жизнью, у него нет привязанности к членам своей семьи. И такие вопросы, как финансовая сторона жизни и другие стороны жизни, больше не доставляют проблем такому преданному. Сейчас, то есть обретя садхусанга, у нас появляется возможность слушать харикатху, совершать парикраму. И благодаря этому практически все наши органы чувств становятся заняты в преданном служении, в парикраме, в частности. Как я уже рассказывал, дхамма трансцендентна, ее невозможно увидеть материальными глазами. Удхава Махарадж также находится в том месте, где он совершает баджу, но мы не можем увидеть его. Как я рассказывал, когда на Удхава Кунде устроили большой фестиваль, он проявился. И это касается не только Удхава Махараджа. Все великие преданные присутствуют во Вриндаване, Рупа, Санатана, но мы не можем видеть их. Порой все-таки удачливые преданные получают их даршан. Однажды один преданный Баба совершал на Варшане долгое время совершал баджан. И он оставил тело, но впоследствии преданные видели, как он до сих пор совершает баджан. То есть преданные обладают таким огромным желанием продолжать совершать баджан в этих святых местах, что порой преданные видят, как они делают это, даже после их смерти. Вчера я рассказывала о том, как явился Гопешвар Махадев. Конечно же, он не то чтобы он явился, но он, его просто обнаружили. Гопешвар Махадев находится около Расастхали. You can see Rasastali, this much area, how 100 crores of gopi gopi. In the starting I told you, logical interpretation cannot stand. So Bibhu was. So Rasastali, you can take darshan, but... Можно получить даршан Расастхали. Тем не менее, изначальное баньяновое дерево уже ушло под воды Ямуны. Впоследствии Госвами взяли часть от этого дерева и посадили непосредственно на Расастхали. И сейчас мы, то дерево, которое мы видим, как раз выросло из этого отростка. И единственный случай, когда кому-то позволяли войти на Расастхали, был Гопешвар Махадев. Чистые преданные, то есть очень благоприятно получать даршан Гопешвара Махадева, возливать на него воду. Рядом с Гопешваром находится Лала Бабу Мандир. Это еще одно особое место. Лала Бабу был очень значимой личностью. Он не был обычным человеком.
Прежде он был материалистом, богатым предпринимателем, настолько богатым, что нам сложно представить. Примерно это было 250-300 лет назад. После ухода Рупы и Санатаны Госвами. Лала Бабу родился в Калькутте, в богатой семье. Он был настолько богатой семье, что в день рождения Лала Бабу его дедушка пригласил гостей, написав приглашение на золотой фольге и распространил среди сотни людей. Так всю жизнь он занимался бизнесом, ему было практически 60 лет. Посмотрите, как удивительно действует чайтья-гуру, который находится в сердце каждого. Когда вы делаете что-то хорошее или плохое, вы получаете ответ на это. Если вы делаете что-то плохое, то что-то укоряет вас в сердце. Чайтья-гуру старается исправлять обусловленную душу, направлять ее. Когда вы попадаете в благоприятную среду, чайтья-гуру делает, то есть способствует вашему развитию. Есть случаи, когда саду услышит, когда просто услышав шлоку, саду достигает совершенства. Потому что он уже в действительности достиг зрелости, и благодаря вот этому единоразовому услышанию шлоки он достигает совершенства. Это потому что чайтья-гуру способствует этому. И бывает так, что вы могли что-то слышать много раз, какую-то истину, но когда-нибудь в один день вы услышали это вновь, и произошли изменения в сердце, какая-то особая реакция в сердце происходит. Почему так происходит? Это милость чайтья-гуру. Чайтья-гуру обучает нас разными способами. Так вот, Лала Бабу уже больше 60 лет было, и было воскресенье, он не отдыхал, подсчитывал свои состояния. Между тем, рядом с ним сидела дочь и помощник. Уже наступал вечер. Его помощник неожиданно произнес слово. Точнее, это была служанка. Она сказала: прошел целый день. То есть она произнесла эти слова на бенгали: васана не достигнута. То есть васана. То есть говорится, что необходимо кожуру банана бросить в огонь, то есть сжечь, а плод банана использовать как мыло, как порошок, и стереть его в мыло. То есть смысл в том, что прошел целый день. То есть благодаря этим словам
к нему пришли особые осознания. Он прекратил писать, и Чайтья-гуру помог ему истолковать эти слова как, так, чтобы он получил большой урок из них, извлек. То есть он услышал, вся жизнь прошла, а ты так и ничего не сделал для своего вечного будущего. То есть жизнь, вся жизнь прошла, но твои желания никак не закончатся. Он отбросил ручку, собрался и покинул дом. В этот же самый день ушел из дома. Он отправился во Вриндаван. Вел образ жизни как попрошайка. Потом он встретился с Саду, Сида Кришнадас Бабой из Чаклешвара. Он совершал баджа на Манасиганге. Он встретился с ним, захотел получить его милость. И Бабджи Махарадж обучил его баджану. И он начал совершать очень возвышенный баджан. Он изучил, познал многие тайны, сокровенные тайны баджана благодаря своему Гурудеву. И в конце концов Лала Бабу стал таким же ситхой, как его Гурудев. Он захотел возвести храм. Кто-то дал ему пожертвование или из своих денег. И храм построили около Гопешвара Махадева. Огромный храм. Мы часто посещали это место. А рядом находится Кач-мандир, где Туласи Дас-джи совершал баджан. Тот самый Туласи Дас, который написал Рамайну. Туласи Дас также не был обычным человеком. Его баджан, который он совершал, был настолько возвышенным, что перед ним явился сам Бхагаван Шри Кришна. И Туласи даже поклонился Бхагавану и сказал: «Я хочу увидеть своего Иштадева. Я знаю, что ты и Рамачандра едины, но я хочу увидеть своего Иштадева». И тогда Бхагаван Шри Кришна с улыбкой предстал перед ним в образе Рамачандры. Все это произошло как раз в том месте. И рядом с Кач-мандиром есть еще одно место под названием Гьян-будри. Это очень особое место, потому что когда Удаваджи Махарадж, Махараджа послали во Вриндаван, он в действительности долгое время провел во Вриндаване, он передал послание и еще остался на какое-то время. Время от времени он встречался с гопи в разных местах, к примеру, на Удава-кьяре. Когда мы будем путешествовать, пойдем парикрама по Нандаграмму, я затрону эти места. Там произошел разговор между гопи и Удавой. А также в Гьяна. Там много банановых деревьев в то время было. Сейчас уже поле осталось одно. Но это также особое место, которая находится на берегу Ямуны, там Удаваджи Махарадж беседовал с гопи. Гьян-гудри называется это место. Received from Krishna, wanted to deliver to Gopikas.
особое знание, которое обрел Удава Махарадж от Кришны, он хотел поведать его гопи. Но он не осознавал, что кто перед ним. Он хотел обучить их, как какой-то профессор, знанию, как знаток. Но в конце концов, в конце этого разговора он понял, что он глупец из глупцов. То есть он хотел обучить гопи, но ему было, в конце концов, очень стыдно за это. Ужасно стыдно. Как раз все это произошло на Гьян-Гудри. Рядом с Гьян-Гудри находится храм Ранганатха. Необходимо рассказать предысторию этого храма. Божество Ранганатха существует еще с Сатья-юги. Кто и как установил его, неизвестно. Это божество было найдено в глухом лесу, лежа. Тилупан Альват был в этом глухом лесу, но и спокойно спал, а во сне ему пришел Бхагаван и сообщил ему, что я в этом же лесу, где находишься сейчас ты, и указал конкретное место, и сказал, ты должен возвести мне большой храм, потому что Ранганатха — это в действительности Нараян. Гопал, к примеру, никогда не говорил Мадхавендра Пурипаду, что тот должен возвести большой храм. Он просто говорил, поклоняйся. Но Ранганатх, потому что он Нараяна, приказал Тируппан вот этому преданному установить большой храм, возвести храм. Проснувшись, он пришел в это место. Это место было полно змей. И действительно, там среди змей возлежало божество. Он был озадачен, как я могу построить храм, у меня ничего нет. Я обычный, то есть я живу как саду, у меня ничего нет. От двери к двери он стал ходить и собирать пожертвования на храм. Никто ничего не давал, или если и давали, то это были незначительные деньги. И он не понимал, что ему делать. Он размышлял. Он был замечательным саду. И Бхагаван всегда исполняет желание саду. Не может быть такого, что саду чего-то хочет, и его желание не исполняется. Наш Гуру Махарадж, к примеру, у него не было ни копейки. Абсолютно ничего у него не было. Однажды кое-что произошло в храме. Он увидел, как преданные ссорятся. И один в комнате он начал плакать и говорить: «Такур, мне сейчас уже столько лет, куда я могу сейчас пойти?» Кто-то из преданных увидели это в окно. И в конце концов, по желанию Бхагавана, его проповедь была настолько масштабная, что преданные со всего мира приходили к нему, несмотря на то, что он был в очень преклонном возрасте. Даже когда он покинул этот мир, он вовлек меня в проповедь. Таким образом, желание преданных всегда исполняется. И Тирупан Альвар думал, где же найти деньги. В конце концов, у него появились ученики, у которых были особые возможности. Один из его учеников мог прикоснуться к замку, и он автоматически открывался.
If they are not giving money and they are, it is the instruction of Bhagavan. Если денег нет, никто деньги не дает, но Бхагаван дал наставление, надо построить храм, надо его как-то построить. И сам Бхагаван говорит, что если вы что-то незаконное делаете ради меня, эта деятельность не является запрещенной. И так они насобирали много, большое состояние благодаря способности первого ученика. Второй ученик, если он ступал на тень кого-нибудь, человек не мог сдвинуться с места. Встал на тень человека, и человек не может сдвинуться с места. Третий ученик мог ходить по воде. Итак, для того, чтобы исполнить наставление Бхагавана, построить храм, Тирпан Алвар вовлек в служение своих учеников, преданных, и в конце концов возвели огромный храм с семью стенами, в круговую, то есть они шли. Храм Ранганатха очень большой и знаменитый. Но недоброжелатели, в конце концов, узнали, что Тирпан Алвар был тем, кто взял деньги у богатых людей. И они захотели расправиться с ним, захотели назад свои деньги. Тирпан Алвар сказал, что у меня их нет. Легко можно понять неправильно всю эту историю. Тем не менее, Тирпан Алвар, все, что он делал, он делал для Бхагавана. Он для себя не взял ни копейки. И он сказал этим людям, деньги находятся в реке, спрятаны в реке Кавери. Эти люди, они были богатыми, животноподобными. Как в Бхагаватам сказано, несмотря на то, что у них две руки и две ноги, они хуже животных. Это как раз была такая категория людей. Они сели в лодку. Лодку начала штормить. Она перевернулась, люди попадали в воду. Новости дошли до Тирпана Алвара. Он сказал, они получат определенное благо. Они хотели забрать свои деньги, но мы используем их служение, и благодаря этому они обретут благо. Более того, то есть все эти люди умерли. То есть более того, они оставили свои тела в священной реке Кавери-Нади. И, разумеется, это тоже принесет им благо. Кто-то может неправильно все это истолковать. Но на основании шастр я могу доказать, что все это не является какой-то запрещенной деятельностью, чем-то неправильным. Если вы делаете что-то запрещенное для себя, для меня, говорит Господь, это становится законным, потому что я причина всех причин. Законно и незаконно, правильно и неправильно, все это относительно. Все это временные понятия, не вечные. То, что сегодня является незаконным, завтра является законным. Посмотрите, как политические лидеры переписывают законы. Еще 10 лет назад это было запрещено, а сейчас это делают все. Это законно.
соответственно, что есть честность, что есть ложь, что есть законно, что разрешено, что нет. Все это относительно. Все это временно. Даже честность и ложь. Вы слышали о великом философе Сократ? Он объяснил, что честность — это относительное понятие. То, что для вас является правдой, для другого — это ложь. Но в соответствии с нашим, с вайшнавским даршаном, понятие сат и асат вечны. Не так, как это объяснял Сократ. То есть с точки зрения вайшнавской сиддханты, это не так. Мы... Что такое правда, что такое честность? Это то, что существует вечно. Истина существует вечно. То есть мы оперируем понятиями сат и асат. Сат — это то, что существует вечно. Если оно временно, оно не может являться сат. Если, к примеру, кто-то называет вас честным человеком, возможно, это так, но это не попадает под категорию сат. Итак, в соответствии с точки зрения материалистов, все эти понятия относительные, и весь этот мир асад, потому что он временен. В этом мире нет ничего вечного. Во всех бесчисленных материальных мирах нет сат, то есть они временны. Утром я цитировала шлоку из Гиты, в которой говорится, что если вы обретете духовные глаза, если вы откроете их, вы увидите, что все, что нас окружает, наполнено сознанием. Все, что окружает нас, сат. Но из-за отсутствия духовного зрения мы не можем видеть это. Итак, Бхагаван говорит, что я причина сотворения всех бесчисленных миров. Соответственно, если ты делаешь что-то для меня, и хотя с внешней точки зрения кажется, что ты делаешь что-то неправильное, что-то запрещенное, что-то незаконное, таковым не является, потому что ты делаешь это ради меня, ради Бхагавана. Один пример этому. Судама, друг Кришны, и сам Кришна учились у Сандипани Муни. В школе Сандипани Муни. Они были близкими друзьями. Судама был из брахманической семьи. А Кришна принадлежал к кшатрию, к кшатрийскому сословию. А во Вриндаване он принадлежал к семье Вайш. Потому что он пас коров. Но когда он после Вриндавана уже находился в Матхуре, там он являл лилу кшатрия. То есть только во Вриндаване он был как Нанданандан Кришна, Гопа Кумар, относился к сословию Вайш. Итак, однажды
Кришна сказал, я голоден. Но еще не наступило время прасада. Он был позже. Судама... И Кришна сказал, я очень сильно хочу есть. Сварю мне, пожалуйста. Чолу. Жареную чолу. Он говорит, ну как я могу своровать? Ну, Кришна настаивал, я очень хочу. И Судама полез воровать. То есть он полез воровать не для себя, для Кришны. И когда тот воровал, Кришна позвал Гурума, то есть жену Сандипани Муни, и сказал, смотрите, он ворует. Судама, она поймала Судаму. Судама начал плакать. Потом, после этого, он сказал Судаме наедине, «Я просто хотел проверить, на что ты способен ради меня, на что ты пойдешь ради меня, что ты готов сделать, а что не готов». На Раманавуме я рассказывал, was ready to take all allegation that he is responsible for sending Ramchandra into forest, but actually not so. Kaikeya himself told, Ma, mother, you love me, na? Yes, I love. What you can do? What not I can do for you? You can do one seva. То есть сам Рамачандра попросил Кайкею, чтобы она. То есть он попросил способствовать тому, чтобы его сослали в ссылку. Пожалуйста, скажи моему отцу, чтобы он сослал. Чтобы устроить так, чтобы отец сослал меня в лес. Иначе не получилась бы вся лила. То есть он наедине сказал ей об этом. Пожалуйста, пообещай, что ты сделаешь то, о чем я тебя прошу. Конечно, я люблю тебя так сильно, сказал Кайкея. Я готова сделать все, что ты скажешь. Вначале Рамачандра попросил ее пообещать, а потом он сказал, что она должна сделать. Он сказал, благодаря твоему служению, моему отцу, Дашарадхе, у тебя есть три желания, которые ты можешь попросить, о которых ты можешь попросить моего отца. Когда ты будешь просить третье желание, ты должна попросить вот это. И весь мир ненавидел Кайкею. Представляете, сколько на что она пошла ради счастья Рамачандры, ради того, чтобы удовлетворить желание Рамачандры. Это очень сокровенные вещи. И обычные люди, как правило, этого не понимают. Итак, храм Ранганатха находится в Южной Индии. Я никогда там не был. И у меня нет желания там побывать, но многие люди посещают его. Ачарья в их ученической преемственности называется Алвар. Я не забыл, какая именно. Один из этих Алваров, 14 или 16 колено. В общем, он приехал во Вриндаван и захотел, увидел храм Ранганатха во Вриндаване и захотел воздвигнуть такой же храм в Южной Индии. Во Вриндаване храм Ранганатха несравненен. Никакой храм невозможно сравнить со храмом Ранганатха, потому что он огромный.
чтобы посмотреть, осмотреть его, необходимы часы. И он очень высокий. Там все защищено, так что воры не могут проникнуть. Если даже не попытаются, они умрут. Храм Ранганатха очень особенен. Он славится своим изобилием. Там очень много божеств, и Лакшми, и много других. Особенность в том, что они не используют электрическое освещение в храме. Они пользуются масляными лампадками. Таково правило, стандарт храма. И используют апахала вместо вентиляторов по 6, по 8 часов, по 3 человека омахивают божества. То есть они сменяются и омахивают божества. Точно так же в храме Радха Мадхава омахивают божества по 8 часов. Также омахивали раньше царей. Царь спал, и было особое устройство фена, то есть устройство опахало так, что за веревку тянули, и создавался эффект вентилятором. Там устраивали много различных фестивалей, Радха фестиваль, и на них затрачивали огромные суммы денег. Много гостей посещали храм, чтобы получить даршан божеств. Помимо всего, на территории храма находится кунда, большая кунда. Ее берега уложены камнем. В этом пруду каждый год устраивают на месяц Шравана устраивают лилу Гаджендра Мокша. И тысячи людей собираются посмотреть на это действие. То есть лила, когда крокодил напал на слона Гаджендру, слон Гаджендра не был обычным слоном. Как я уже рассказывал, прежде он был Хуху Гандхарва. Он был замечательным певцом, но однажды он захотел подшутить над Девал Риши. Девал Риши пришел принять омовение в Ямуне, но тот издевался над ним, тянул его под водой за ногу. Риши разозлился, сказал: «Глупец, ты себя ведешь как крокодил, вот и становись крокодилом». Итак, в следующей жизни он родился как крокодил, как раз в том месте, где расположен этот храм. И Гаджендра в прошлой жизни был Индрадюмна Махараджем. Это был не тот Индрадюмна Махарадж, который знаменит в Пуре тем, что он стремился отыскать Господа Джаганнатха в Сати-югу. Это другой Индрадюмна Махарадж. Some reason, all gone under sand.
Он пытался отыскать изначальный храм Джаганатха, но это было безуспешно, храм засыпало песком. То есть храм в Сатья-Югу ушел под землю. Так вот, это был другой Индрадьюмна. А Гаджендра, также в прошлой жизни его звали Индрадьюмна, он совершал баджан под руководством Нарада Муни, но однажды он не выразил почтения Агастья Риши. Когда он зашел в собрание, где сидел Индрадьюмна Махарадж, он не встал, чтобы поприветствовать саду. Муни разгневался и проклял его, но проклятие обернулось в конце концов благословением для Индрадьюмны, для Гаджендры. Проклятие таких мудрецов, таких святых, как Нарада Муни, всегда оборачивается благословением, как в случае Навакуверы и Манигрива, когда Нарада проклял их. Благодаря его проклятию они встретились с Кришной. Они получили благословение родиться в Кришналиле, как Мадуканта и Нардаканта. То есть каждый день по вечерам, когда Нанда Махарадж приходит домой, то есть он царь, садится, то есть перед ним разворачивают спектакли. Мадуканта и Снигдаканта поют перед Нанда Махараджем. То есть его просто все-таки проклял их Нанда Махарадж. Все-таки проклял их или благословил Нарада Муни. Подобная история есть еще с Расиканандой, когда по проклятию когда Гаджендра взмолился от безысходности, когда на него напал крокодил, не зашел Бхагаван. То есть и Гаджендра молился: «Я не прошу защитить мое тело слона. Зачем оно мне? Я прошу тебя даровать мне милость». Я не прошу освободить мое слоновье тело так, чтобы я дальше наслаждался жизнью со своей женой слонихой. Ни к чему мне это слоновье тело. Тело животного. Я хочу твоей милости. Итак, Бхагаван на Гаруде в этот же момент прилетел. Лакшми Деви была рядом с ним, и даровали они прекрасный даршан. Гаджендре. Бхагаван спрыгнул с Гаруды. Он не мог вынести
не мог вынести страданий своего преданного и снес голову своей чакрой крокодилу. И таким образом и сам крокодил получил благо, и Гаджендра, потому что крокодила коснулась Сударшана чакра, он получил освобождение. Точно так же, как и Гаджендра. Но в связи с этим у преданных возникает много вопросов. Говорится, что тысячи лет шла битва между Гаджендрой и крокодилом. Но, то есть, стоит вопрос, как они жили-то столько. Но все это разворачивалось в Сатья-югу, и продолжительность жизни была около одного лакха лет. То есть, действительно, это для человека. А слон, как правило, живет дольше. Есть черепахи, которые живут 500 лет сейчас, в наше время. Слышали о таких черепахах? 500 лет. И слоны также живут очень долго. То есть преданные задают очень разумные вопросы. Как это тысячу лет они сражались в воде? И битва была настолько грандиозная, что... Что это вопрос, откуда Гаджендра, как сказано, нашел, где он нашел цветок лотоса? Ведь там шла, разворачивалась грандиозная битва, где все, ничто не могло уцелеть. А тут лотос. Где же он нашел этот цветок? И наш Вишна Чакратипад дает замечательный ответ. Когда, то есть Нараян пришел вместе с Лакшми Деви. Когда Лакшми Деви увидела страдания Гаджендра, то, как он плачет, то, как он сокрушается, что он находится в таком состоянии, ему нечего предложить Бхагавану, Лакшми Деви дала свой собственный цветок, свой цветок, который был в ее руках, чтобы он предложил это Господу. И именно его Гаджендра предложил Господу. На месяц Шравана, Шравана Пурниму, в сезон дождей, устраивают огромную Гаджендра Мокша Лилу. То есть имеется в виду представление, фестиваль, праздник в храме Ранганатха. Мы, как Гаудия преданные, не особо склонны, то есть нам это не особо интересно. Тем не менее, мы с почтением относимся к этому. Итак, во Вриндаване еще очень много всего, но времени нет. Мы как можно скорее должны начать парикраму. Сейчас мы получаем даршан Вриндавана. То есть даршан, это необходимо получить даршан божеств. Рада Мадан Махан, Рада Гопинатха. Завтра мы еще поговорим о других храмах Вриндавана. Там есть Сахаджия Мандир, Саха, Асала Саха. Он настолько уникален, его то, что устройство внутри, тем не менее, мы его не посещаем. Завтра мы поговорим об этом.
На сегодня я хочу остановиться. А затем мы пойдем в Бутешвар, в Матхуру, получим даршаны там, и затем мы начнем парикраму по священным лесам Вриндавана. Вот и там он парни будет, что